Сегодня на прием пришла Полина. Ей 8 лет. У нее будет заключительный визит. Ранее уже лечили много зубов. На моменте рентген-диагностики у Полины был диагностирован скрытый кариес, который в полости рта не видно. Скрытый кариозный процесс. Его можно только увидеть при помощи диагностики. Девочка сегодня дает нам последний шанс побороть кариозных монстров. Сегодня будет лечение двух зубов. Одного молочного, другого постоянного. И сейчас давайте пригласим Полину. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Привет, проходи. И снимаем наш супергеройский плащ. Все, и пойдем подарок выбирать и кольцо. И помогу снять. Так. Выбрала. Ну все. Нравится, одевай. Так. Лечение прошло, и теперь я хочу продемонстрировать вам исходную ситуацию, что было сегодня в процессе лечения. Эта фотография показывает нам клиническую историю до лечения, где не видно кариес. А здесь мы видим в процессе препарирования зуб, что здесь видно уже кариозную полость. И вот это уже заключительный этап, наша прекрасная реставрация. Здравствуйте! Мы в эту клинику ходим всей семьей уже достаточно много лет, мне кажется, уже лет 5 этим разного возраста, и старший, и младший, ему 3 года. Никто ничего не боится, очень, очень хорошо, очень хороший персонал. Отличная работа, дети все выходят счастливые. Все очень хорошо, спасибо.